Я вообще кого затянуть новый видосик. Видосик, короче, о том, как, значит, этот повесить на стенку телевизор. По этой инструкции нифига не понятно, да? Ну, единственное, что понятно, как приколхозить первую планочку. У нас она не поворотная, а просто пристегивается, и все, вот эту, да? Вот эта планочка, давай глянем сюда. Это супер просто. Я, значит, первым делом, что я сделал? Я нарисовал телек, вот, карандашик с помощью уровня. Ну, я уровень взял, мне конецкий уровень, да? Я вот так вот уровень выставил, чтобы он ровно был, и прочертил линию. И вот так вот, короче, я сообразил такой телек сюда. Посмотрел примерно вот, да? Потом, вот эту хреновину по такой же схеме примерно вычислил, где она находится по телеку. И вот что, сделал 4 дырочки. Ну, короче, это все есть там. Как это прикол, это все легко. Самое сложное, вот посмотри сюда, вот эта хреновина. Это просто какая-то жесть. Это ужас какой-то вообще. Нам надо вот эти планочки прихроначить к телеку. Но телек что? Полукруглый. Там есть такие вот, посмотрю, такие планочки, ну, вставки, да, такие. Вот, они тут в комплекте. Но все тут через жопу, здесь ничего не понятно. И вот так вот я думал, и вот выдумал вот так, значит. Здесь делал вот так, да, а здесь прям вплотную, приколхожил. Но смотри, в чем фигня. В комплект, значит, идут саморезы, да, вот эти вот болты, 3 сантиметра, сюда 5 сантиметров. Вот эти, которые 5 сантиметров, они, сука, большие. Из-за этого приходится сюда вот подставлять, опять же, вот такую вот эту вот пластмассовую хреновину. Иначе болт, ну, просто будет тупо висеть, он не прижимает никак ее. Вот. Из-за этой фигни мы потом не прикрутим вот эту вот, видишь, штуку. Ее потом вот снизу, вот такенная вот отвертка, которая, конечно же, ни у кого нет, у меня тоже, надо будет как-то вот прикрутить. И вот эта херня будет мешать. Поэтому что я здесь? И я пошел в магаз, значит, да? И купил. Вот. На 4 сантиметра. В комплекте их не было. Ну потому что, короче, так. Сейчас мы попробуем приколхозить, да? Короче, дебильнейшая конструкция. Нереально разобраться, что к чему. Ну вы поняли, да, потому что потом мы вот так вот никак не закрутим вот этот крепеж, а это очень важная фигня. Потом объясню почему. Так, теперь пробуем вот эти, потому что вот, которые шли в комплекте, да. Вот, до упора, все, поняли, да, в чем тема? То есть вообще никак не продумано. По-любому это уже не закрутить, этот крепеж. Поэтому я купил вот на 4 сантиметра. Главное, чтобы уже подошло, но я так, на глаз просто прикинул, вроде бы надо 4. О. О, ты глянь, зашла как родная. И отвертка у нас потом вылезет, ну там будет специальная отверточка. Все, сейчас закрепляем второй. Вот сейчас видно, короче, видите вот эти вот, сейчас где-то моя рука, вот, один, значит, крепеж такой, да, ну назовем это буква Г, вот он второй и третий, вот мы, значит, на средний ее прикрепили. Че говорил, так, значит, вот мы его повесили, да, за такие вот крючки, вот так вот, то есть оно висит, то есть низ, вот он, видите, видно, видишь, оно гуляет, ну то есть типа себе, ты как-то типа идешь вот так вот вверх, причем бахнул, все, жопа упадет. И кстати, есть у меня тут один братанчик, вот именно у него так и происходит, у него просто так вот висит, пиздец, конечно. Еще нам осталось, значит, нам осталось прикрутить, наверное, хрень, что будет видно, да? Ну, в общем, нам нужна отвертка вот такенная, чтобы к этой планке вкрутить саморез. Саморез начинается примерно вот здесь. И значит, что мне батя сделал? Надо, да, вот такая вот хреновина. Просто зацените. Рукоятка, чтобы крутить. И тут бита. Вот, видно бита? Вот, значит, это бита под крест. Если нам нужно вот крест, да, вообще лучше бы взять этот
саморезе и пойти купить прям под этот саморез гильзу. Попробуй, чтобы нормально отходило. Это хреновина никуда стоит, там, не знаю, 4-5. Это, короче, вообще мелочь стоит. И что? Я бы, наверное, пошел бы к сварщику, наверное, какому-то, чтобы он приколхозил мне все это дело. Потому что другого варианта нет. Вот сейчас я буду смотреть, как бы это прикрутить. Не знаю, будет ли там видно. Так, ну надеюсь, вот здесь, короче, хоть немножко видно, потому что ну тут подлезть, короче, нереально, да? Вот, видите этот болт? Так, вот, видите? Вот этот вот, я пальцем сейчас такой, видите, болтик, да? Вот, значит, его нужно, чтобы он прижался к пластине. Так вот, значит, вот этот вот болт. Вот он, видите, вот этот болт. Надо, чтобы он к вот этой вот пластине прижался. И тогда низ гулять не будет. Ну вот, короче, для этого нам-то и нужна вот эта дура. Потому что вот болта примерно вот на... Примерно вот, вот здесь. И вот примерно вот на этом расстоянии вот так вот закрутить. Это просто пипец. Вы знаете, в чем самая главная, короче, проблема, да? Посмотрите на размер вот этой крыла. Да, это значит, что не посмотри на вот это. У меня здесь вот даже два пальца не влазит. То есть мне нужно, чтобы вот эта вот хреновина крутилась диаметром меньше, чем два пальца. Надо вот это вот отрезать, и тогда я смогу прокручивать. Сейчас стена сюда мешает. Так что, походу, будет, наверное, по кому-то запустить. Сыпать, например. Упасть. Наверное, никто его так и не закручивает, но это вообще нереально. Так что да, здесь нормально закрепить. Мне вот интересно, что бы делал по густому вообще, когда бы пришел. Ну да, вообще. Это стрелочки, конечно, в принципе, висит на мне.